Снег кружится, летает, летает, и позёрнаю дорога. Заметает зима, заметает всё, что было до тебя. Целуй руки, это увольнят лишь муки. Вернись, вернись, замечательно. Я смотрела на студентов. Студенты были просто счастливы. Конечно, никто из них не ожидал, что неделя начнется именно так, что кураторский час пройдет вот так просто великолепно. Они от начала до конца были вместе с выступающими, и вы сами видели, как они реагировали на это. Конечно, никто не ожидал, что вот это будет так здорово, как они сейчас вот сказали мне студенты в холле нашем. Встреча прошла на достойном уровне. Честно говоря, я сама не ожидала, что вот такие мы услышим сильные выступления. Я еще раз это слово произнесу, это достойное выступление, потому что многого студенты наши не знают. Для того, чтобы знать, надо приходить на концерты, надо, в общем-то, надо и общаться с
теми, на чьи выступления ты можешь потом пойти. Это очень полезно, я думаю, для самих студентов, и они могут ориентироваться в том море даже культурных мероприятий, которые есть в нашем городе. И это замечательно, потому что наш город такой талантливый, и студенты наши, лучшие студенты, вы знаете, все-таки уровень их позволяет быть вот на уровне таких выступлений. Я думаю, все прошло замечательно. Спасибо. Спасибо организаторам, спасибо руководству «Пенза-концерт». Я думаю, что контакты у нас уже есть, и они будут продолжаться дальше. Спасибо.